Всем здравствуйте. Хочу показать свои томаты в открытом грунте. Вот у меня здесь 12 кустов по 2 штуки 6 сортов. Вот это вот черри Пиноккио. Сажаю уже его третий год. Мне нравится. Созревает самый первый. Помидорок много. Неделю назад мы уже собирали их. Тоже где-то пол ведра набрали. Помидоры, ну, кисловатые, конечно, но довольно-таки вкусные. Мне нравятся. То есть такой вот формы. Сорт Пиноккио. Следующий сорт — это сорт Первоклашка. Тоже сажаю его уже третий год. Томаты такой формы, грамм по 200, наверное, розовые. Томатов много. Зреет также на кусте. Лист темно-зеленый, жирный. Следующий сорт. Сорт малиновый звон. Томаты малинового цвета. Ну, про этот томат ничего не могу сказать. Но урожайность у него ниже. Следующий сорт — взрыв. Томатов много, грамм около 100, один плод. Созревают также на кусте. Так, это сорт волгоградский. Волгоградский 595. Так, и сорт Агата. Также томатов много. Сейчас я на другую сторону перейду. Так, это сорт Агата. Также плоды грамм по 100-120. Так, это волгоградский. У него плоды крупнее. Грамм по 200. Этот томат — взрыв. Плоды выровненные. Грамм по 100. Это малиновый звон. Ну, видимо, он растрескивается. Дожди были на этой неделе. Ну, томат крупный, больше 200 грамм.
но немного их. Не скажу, что очень урожайный. По сравнению со взрывом или там волгоградским, то, конечно, их значительно меньше. Это первоклашка. Напомню, находимся мы на севере Ивановской области. Это страна вечно зеленых помидор. Обычно они у нас не успевают созревать. Поражают фитофторозом. Но в этом году фитофтороза пока еще нет. И картошка еще стоит зеленая. Все, всем спасибо.